Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим совершил первую божественную литургию в мужском скиту в честь Спаса Нерукотворного, расположенного неподалеку от средневекового замка Больга. Возможно, в перспективе здесь будет обустроен монастырь. Подробности в материале наших коллег. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Скит находится практически на берегу Калининградского залива, откуда открывается прекрасный вид на морскую гладь и Балтийскую косу. Скит в честь Спаса Нерукотворного имеет недолгую историю. Он существует всего полгода, но за это время здесь собралось 6 человек, решивших стать насельниками скита. «Возвис небесе Божие, вижте, посети виноград сей, утверди, и Боже насади, десница Твоя». За божественной литургией владыке сослужило духовенство Успенского и Покровского благочиний. «Примите, ядите сие из тела мое, еже за выломимое, во оставление грехов». Христос воскресе из мертвых. В этом замечательном уголке, который буквально в прошлом году добрые люди передали Русской Православной Церкви Калининградской епархии для того, чтобы как-то устроить здесь духовную жизнь. Я думаю, образуем здесь, на этом месте, скит первоначально, а там дальше уже посмотрим, если уже появится достойное, благочестивое, твердое, крепкое братье, тогда можно будет и преобразовать данный скит. Мужской монастырь. Первая литургия совершена. Начало положено. В ближайшее время здесь, в недавно возведенной часовне, начнутся регулярные богослужения по субботам. В дальнейшей перспективе планируется строительство главного храма скита и жилья для насельников.